Окей, может поигрохнем? По красоте? Да! О, тихо! О, хорошо! Слушайте, как мы их уделали-то, а? Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть с Nick Ziff. Вышли новые уровни, у нас получается прошлый уровень, мы, ребят, все проходили, ссылочки будут в описании, в моем плейлисте мы проходили очень замечательные. Здесь ограбление, друзья, это просто, конечно же, здесь были очень каточки, очень сложные были, есть easy, есть normal, есть hard, ребята. Вышло у нас новый уровень под названием The Lab, называется лаборатория, и это вроде будет как у нас хард, ребят. Будем по хардкору сегодня проходить. В общем-то, вкратце расскажу, что за игра. Наша задача, нужно, мы играем за грабителя. Грабителя, такого шпиона, который должен пробраться в лабораторию и спереть, получается. Я вот тут считаю, сколько у нас здесь нулей. По-моему, у нас здесь $1 000 000 нужно вынести из этой лаборатории вещей или там ценных каких-то предметов, или, может быть, денег на миллион, ребята, долларов. Как мы это сделаем, будем сейчас, ребята, разбираться. Если игрушка вам нравится, друзья, обязательно ставьте лайки и смотрите прошлые уровни, потому что там очень много прикольных каточек мы делали. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, меня охрана заметила. Воу-воу-воу-воу-воу, у меня нет ни оружия, ничего нету. Господи, меня сейчас замочат. Так, вот так, ребята, вот так вот здесь все жестко и печально. Так, здесь у нас написано, что вроде как у нас круглосуточно, 7 дней в неделю идет у нас наблюдение. И вход сюда запрещен, потому будут, короче, стрелять. Будут стрелять, но здесь вот такой проезд. Это наша, видимо, тачка. Мы здесь как раз остановились. Как мы сюда проехали, я, конечно, не знаю, откуда мы вообще приехали. Можно здесь как-нибудь обойти все это дело с другой стороны, а? Ну, можно, в принципе, погулять, но здесь очень непроглядно, так скажем, мерзлота. Давайте посмотрим. А если я обойду вообще с другой стороны, если по стене пробежаться, вот это, конечно, интересно. Так, давайте осмотрим территорию. У нас здесь очень много охраны по периметру, и находится у нас здание. Я прям бегу по забору, это, конечно же, любопытно, потому что не думаю, что разработчики хотели этого. Слушайте, давайте добежим до конца. Что будет, если я добегу прямо вон туда? У меня появился такой новый челлендж, мы уже немножко отвлекаемся, да? Немножко отвлекаемся, но сейчас посмотрим, ребят. Сейчас мы просмотрим, потому что обязательно мне бы кто-нибудь написал в комментариях, почему я не добежал до края. А здесь мы что? Воу! Да, по-моему, тут у нас... По-моему, мы тут улетаем. По-моему, мы улетаем, и давайте мы начнем все заново. Так, я не знаю, как бы нам пройти. Давайте посмотрим. Вроде бы с правой стороны можно было бы обойти. Наверное, слева можно как-то пройти тоже. Давайте попробуем здесь. Так, у нас где-то здесь охранник был. У нас здесь раз-два охранника. Они пока уходят. Они пока уходят. Мы пойдем с другой стороны. Может быть, нам удастся как-нибудь проникнуть. Здесь очень много, наверное, будет всяких потайных... Воу, охрана! Охрана, слушай. Только зашел. Только, ребята, зашел и... Тут же началось. Так, вон там тоже охранник опять. Ну все, походу, нас опять взяли. Так, а если мы обойдем вот так через... Ох ты, гад такой, а! Слушай, он по нам попал, но со здоровьем у меня все равно 100%. А нет, сейчас меньше. Давай, давай, друг мой. Так, двери закрываем. Сигнализация орет. Уходим. Там много еще тоже охраны. Так, закрываем. Что это такое? Гады, там дробаши были, блин. Там были дробаши, ребята. Так, окей. Окей. Давайте я фонарик включу. Ух ты! Нифига себе! Да здесь все время лежал ствол, что ли? Классно. Так, теперь уже лучше. Ну, со стволом хотя бы лучше, но с глушителем пистолет. Так что, друзья, я думаю, с глушаком мы должны затащить сейчас. Мы просто обязаны это сделать. Давайте, успеем ли мы пробежать, чтобы нас не заметили. Проходим сюда. Мне кажется, нужно как-то здесь через эти вот двери попасть. Как-то нужно через двери проникнуть. Надо послушать. Может быть, у нас... Здесь как раз самый охранник должен проходить. Мы, может, его грохнем? А, ребята...
Если я свет включу, вроде как кто-то мне писал, что может включай свет почаще, потому что... Эй, что за фигня? Дверь-то была открыта, что прикол? А воздух, ребята, там слишком плотный воздух именно в здании, походу. Да. Ну, игрушка, в принципе, конечно же, имеет лаги-баги. Она такая, как бы, вся в процессе. Сколько я ее знаю, в принципе, она уже довольно, может быть, около года, но мы в нее играем уже, наверное, давненько. Так, время от времени выходят новые уровни, и всегда мне интересно поиграть в нее и посмотреть, что там у нас придумали. Так, вот у нас здесь один из боев. Ну, зараза. Так, между, видимо, вот здесь нельзя, да, простреливать. Здесь вот нельзя простреливать, так. Давайте пройдем вот сюда. Короче, могут охранники с той, и с другой стороны. Интересно, они вот прозрачные, вот эти. Так, берем дробаш. Берем дробашек. Вот зараза, слушай, ну это жесть. Это реально жесть. Слушай, ну тут с одного выстрела убивают, ребят. С одного выстрела убивают. Поэтому, друзья, нужно как-то нам... А если я подкрадусь к нему? Во, хорошо. Так, этого убрали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Уходим. Так, а если я сюда? А если вот сюда? А если вот так? С такого расстояния, интересно, пробьет, нет? Я не знаю, по-моему, даже не попадает. Такое ощущение, что пули не долетают. Офигеть, они какие живучие, дикие. Охранники, дикие охранники. Дикие, суровые сибирские охранники, наверное, да? Так, наша задача пробраться внутрь. Давайте посмотрим, давайте найдем способ, как это сделать. Там у нас бесполезно, там центральный вход. И, соответственно, с таким пистолетом и с такими возможностями, которые у нас здесь есть, это все, конечно, сложно сделать. Ребята, очень сложно. Если у нас сейчас охранник здесь пойдет... Так, можно, кстати, его отсюда убить, а? Можно или не можно? Тихо, они могут прийти. Оба, оба, бегут за мной. Бегут за мной, ребятки, да? Ну-ка, иди. Шикарно. Так. Теперь здесь можно... Блин, сигнализация запарит, наверное, да? Сигнализация реально запарит. Это что такое? Take chemicals. Здесь какая-то лаборатория, в которой у нас... В которой у нас реально... Слушайте, давайте немножко... как-то здесь вообще можно звук вырубить, а? Нет? Сигнализацию, походу, не вырубить. Окей. Так, быстренько забираем. Забираем, так, забираем. Документы. У нас 21 тысяча долларов мы уже собрали. Нам нужно миллион, ребята. Нам нужно миллион. Здесь какие-то испытания проводят. Это у нас какой-то, не знаю, чувака. Бедный чувак. Что с ним сделали? Что с ним реально сделали? Тут какая-то клетка. Так, ладно, у меня есть дробаш. Это уже хорошо. Пойдемте. Пойдемте, найдем еще что-нибудь ценное. Что в этом здании еще может быть ценного, а? Так, о, мониторы, компы забираем. Кстати, здесь у меня что-то еще было. Это такой же дробаш, такой же дробашек. И там как раз шокер-палка, да? Шокер есть еще. Так, здесь вроде бы тоже никого. О, кстати, хорошие штучки. Это take chemicals. Какие-то таблеточки. Забираем, естественно, все это дело тоже бы надо бы нам забрать. Так, сирена. Какого хрена? Так. Здесь еще у нас. Здесь на второй этаж, по-моему, подъем, да? Так, ну ладно. Ладно, друзья, давайте здесь сейчас смотримся. Я хочу все здесь смотреть, потому что надо бы все собрать, друзья. Надо все собрать. Все самое ценное забираем однозначно. Так.
Тут прям очень много документов каких-то, да? Но это все дело, конечно же, стоит прилично. 78 тысяч долларов мы уже собрали. Так, я вроде никого не вижу. Вон там охранник тоже... А, это центральный вход, друзья. Это центральный вход. Здесь нужно прямо, чтобы нас не спалили. Это центральный вход, вон там он. Откуда мы, собственно, и начинали. Ну, прекрасно. В принципе, мы-то уже собрали почти на 100 тысяч. Но этого мало, ребята. Этого очень мало, потому что нам нужно собрать здесь миллион долларов. Миллион долларов. Как мы это сделаем? Остается лишь только гадать. Как это вообще возможно? Так. Уходим отсюда. Куда-нибудь вот сюда. Так, я, по-моему, здесь все собрал. Все собрал или нет? Так, здесь мы всех убили. А я не знаю, кстати, в дробаше сколько патронов. Почему-то здесь не отображается, сколько у нас патрончиков в дробашике. А есть что-нибудь еще здесь ценное? Ну, вроде бы, это у нас на улицу, да, выход? Или нет? Нет? Опа! Это какая-то у нас швабра. Я не знаю, это какой-то шкафчик у нас. Прекрасно. Так, а это куда? Это куда у нас дорога ведет? Это на второй этаж, все. Продвигаемся на второй этажик. Так, тут у нас что? Там куча охраны. Там очень много охраны, я вижу. Так. Так, ребятки. Сирена, конечно, крайне раздражает, потому что, видимо, нас спалили, но этого недостаточно, да? Нужно, чтобы... Слушайте, сейчас мы все вот это дело соберем, посмотрим, сколько это все будет стоить. Сколько это будет все стоить, а? Ё-моё, да как же ее выключить-то, а? Эту сирену. Это, конечно, ужасно. Лучше все по стелсу будем делать, друзья. Так, давай на стол заскакивай, собирай. Собирай. Так, прекрасно. Ага, у нас там два охранника. Там что-то прям вообще жестко. Жесть будет, да? А что-то они там охраняют. Что они охраняют, я не знаю. Еще один трупецкий, которого... И что такое? Что это? Что за ящики такие? Они вроде как не открываются. Так, проходим сюда. Я тут никого не вижу. Окей, может, мы их грохнем? По красоте! Да! О, тихо! О, хорошо! Слушайте, как мы их уделали-то, а? Так. Вообще прекрасно. Главное, чтобы другая охрана сейчас не прибежала откуда-нибудь. Будем аккуратнее. Вообще, ребята, супер. Супер получилось. Так, мы насобирали уже 240 тысяч. 240 тысяч наши. Здесь кто-нибудь есть? У нас ограбление века, ребята, ограбление века. Ах, сирена. Сирена нам просто выносит реально мозг. Ох ты, что это такое за лабораторию мы нашли? Так, собирай все эти баночки. Тут, видимо, что-то надо нам сделать. Может быть, какой-то сейф здесь есть, а? Ребята, может быть, мы сейф какой-нибудь найдем? Что это такое? Так. А, это что-то напряжение какое-то поставить. Давайте сюда подгоним вот так вот. Господи, боже, это звуковая атака у нас просто сегодня. Так. О! Ёлки-палки, там вход разворотило. Что здесь? Miracle Drug. Take Miracle Drug. Типа, возьми. Если я правильно перевел, это какой-то просто чудесный наркотик, что ли. Что-то в этом духе, что ли. Короче, что у нас по деньгам, ребята? Что у нас по деньгам? Вы посмотрите, 2 миллиона! У нас есть 2 миллиона, вау, сколько здесь папок. Здесь просто Эльдорадо, друзья. Мы просто сейчас вообще станем самыми богатыми чуваками. Если мы не оглохнем, походу, да? Собираем папочки. Вот так вот собираем. Так, окей. Красота.
Так. А в нижний можно ящик открыть или нет? И нижний можно открывать. Итого у нас сколько сейчас были денег? Даже сложно сказать, ребята, сложно сказать. Итак, друзья, я вытащил все отсюда, со всех абсолютно ящиков. Тут огромное количество было, значит, ценнейших бумаг. Мы уже набрали почти 2,5 миллиона. Ну, практически нет, подождите, 2 миллиона. Подожди, сколько у нас получается? 20, что ли, миллионов? 20 миллионов получается? Нифига себе, 20 миллионов? Обалдеть, друзья, 20 миллионов у нас. Это же вообще шикардос. Это же просто шикардос. Сирена, к сожалению, не проходит. Это ужаснейшая сирена. Это выносящая мозг сирена. Она вынесла мне мозг. Вообще конкретно. Разработчики, друзья. Я не знаю. Уберите сирену с этой игры. Она прекрасная, игрушка прекрасная. Но, блин, сирена — это жесть. Это реально жесть. Блин, как же она выносит мозг. О боже. Так, ну окей, я вроде сейчас все собрал. Я уже не знаю, я, по-моему, все сделал уже. Нам нужно отсюда, ребята, сваливать. Теперь самая главная задача — отсюда уйти. Это самая главная задача — свалить отсюда. К сожалению, мне будет плохо слышно. Где-то охранники проходят. Где они? Где-то у нас здесь вот выход, да? Нужно нам уйти, ребята, отсюда. Так уйти, чтобы нас не спалили. О, еще папочка, как же я забыл-то, а? Так, ну получается 20 миллионов. Я надеюсь, я не ошибся нулями. Вроде как бы здесь 20 миллионов долларов. 700 тысяч. Это же офигеть. Нас попросили, просто наша задача была... Вон охранник. Уходим. Так, давайте выключим фонарик. Давайте так пройдем. Наша задача была миллион притаранить. Тихо. Беги. С дробашом. Так, второй охранник где? Здесь они меня не увидят. Им не удастся сбежать. Ну же. Давай. И сюда мы должны прийти. Да! 12 минут мы сделали 20 миллионов долларов. Это было, ребята, потрясающе. На самом деле, я, честно говоря, не ожидал. Ну, собственно, надеюсь, друзья, что вам игрушка понравилась, потому что здесь уровни действительно прикольные. Здесь, кстати, есть еще и редактор карт, но с редактором мы точно не будем, наверное, заниматься. Я вот хотел нажать именно сюда. Ограбление банка у нас было, вторжение в частный дом, в коттедж. Также яхты мы посещали, огромный какой-то тоже был коттедж. К соседям там что-то забегали, the neighborhood. Было у нас альфа прикольное. Ну а также грабление, по-моему, грабили бриллиант. Это все, ребят, вы найдете в плейлисте по граблениям данной игрушки. Что ж, дорогие друзья, если вам понравилось полное прохождение данного уровня The Lab, мы играли сейчас на харде, на хардкоре, то обязательно прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube, если вы у нас впервые, надеюсь, что вы будете благосклонны насчет этой самой сирены. Ах, как она мне вынесла мозг за это все время. Но я не хотел переигрывать, потому что все пошло очень хорошо, и поэтому мне пришлось доиграть до самого финала. Сирена почему-то здесь не выключалась. Она даже была в моей голове до того момента, когда я уже добежал до машины. Но она должна играть в здании, например, там, да, звучать. Но никак не на улице, никак возле машины. Надеюсь, этот баг там пофиксят разработчики. Ну а в целом игрушка достойна внимания, друзья. Скачивайте, играйте в нее. И остальные уровни без сирены, и я надеюсь, вам понравится. Приходите на стримы, будем общаться в прямом эфире. Мы проходим разные игры прямо на стримах. Соответственно, играем вместе со зрителями, вместе с подписчиками. Замечательно проводим время. Всем счастливо и пока-пока!